Страна, Ташкент, весна. Вот Анхор. Вот будущая молодежь Узбекистана. Занимается спортом. Как зовут? Арсений. Арсений! За Узбекистан! Занимайся! Как у тебя? Чемпионом. Как у тебя зовут? Азиз. Азиз, молодец. Олимпийцы будущие. Бишхозон. Среднеазиатский центр плова. Мы сейчас сюда не зайдем, мы просто едем к Батиру, просто для интереса делаем обзорчик немножко. Вот, народов уже, видите, на улице сидят все. Вот так вот. Народов много. Вот это казан, смотрите. 1 тонна, что ли. Чемпион тоже по плову. Повар. А здесь по маленький казан там где-то. По 200, по 300. Это чайхана. Ту сторону. Вот чайхана плов. Это, дорогие друзья. Как ваш? Чайханский плов. Ваш как зовут? Хайрулла. Хайрулла. Молодец. Спасибо, дорогой. Это твой овощи, да, это? Да. А, на оливковый? Да. Сколько здесь килограмм? Здесь только рис или общий? Общий, вес. 150 такой. Да, общий готовый этот плов 150 килограмм. Сколько казанов здесь общий у вас? Общий здесь? Да. 9-10 такого. Вот 9-10 казанов плов, здесь все уходит. Да, да. Народов смотрите, дорогие друзья. Столько народов, здесь плов не останется. Это плов-центр. Вот мы подъехали в Шахристанский. Сзади Хурсон, Хурсон Шера. Вот так. Наши дороги. Велодорожка. Дорогие друзья, вот здесь свадьба идет. Вот смотрите, какая. Сегодня дорога с правой стороны от нас мечеть, старинный большой мечеть Гулистан называется. Вот такая мечеть. Дорогие мои друзья, кто меня наблюдает, мы сегодня вот Тимуром решили вновь покататься. И я Тимура привел Ачилош номер один в Ташкенте. Я же говорил же, по Узбекистану везде есть, где плов готовят. Но здесь, видите, это Ачилош номер один. Особо. Кто знает, как пробовать, как вкусный плов готовят, вот мы с Тимуром, я Тимура привел сюда. Меня привел Ачилош номер один. Вот его, как зовут? Алишер. Алишер. Алишер, говорите тогда. Где этот повар? Батрека где? Ана Батрека. Магазин Ичпиту. Дорогие друзья, вот наш плов. Подом. Хай сроджин кечи берахи. Вот, это для нас батер, повар, приготовил ачык ош. Молодец. Кани, вы выросли? Я хайр. Приятного аппетита.
Спасибо, Устоз. Вот, Тимурджон, спецзаказ наш. Ачугош. Повар Батырджан приготовил. А ну, давайте покушайте. Давайте. Как? Чайхана плов. Дорогие друзья, вот, папа, смотрите, какой ачугош здесь. Я уже третий раз. Здесь вообще слов нету. Батыр, слов нет. Вот его самый главный шеф-повар, Батырджан, пришел. Он, оказывается, на будущем еще у него развитие бизнеса. Он открывает, где 17 горбольница, город Ташкента, там открывает новое место. Туда тоже приедем с Тимуром, с ребятами. Всех вас приглашаем. Очень вкусный плов. Тимур меня привел в чайхана Ош номер один. Ачык Ош. Это плов, горький плов считается. Ну, у Тимура канал на русском, ведет он свою эту передачу, за это я решил говорить на русском. Вот Кибрайский район. И вот видите, весна. Весна. Смотрите, как красиво. Уже цветет черешня. Ну, весна. Вот адреналин. Вот сейчас как раз я спою песню, любимую песню из репертуара Муслима Магомедовича Магомаева. Мои дорогие друзья ФБ, эта песня посвящаю, дарю вам. Море вернулось говором чаек, песни прибоя рассвет пробудит. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня дальние дали, парусом малым вместе с собой, с собой, с собой возьми. Собой. Вот это, друзья, голос. Так как Тимурджан просит, с отдачей песню, романс, песня, которую все любят, из репертуара Серова, Александра Серова, Александр Кощерев, всем Александрам эту песню дарит вам Тимурджан. Я люблю тебя до слез. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой твоих божественных волос, восхищаюсь я, ты мне все дороже. И у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Месажи красивых фраз. Это облако из роз, лепестками белых роз. Наши ложе застелю, я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Эту песню вам лично подарил велопутешественник Тимур Рахимов. Спасибо. Вот сегодня конкретно получил живой звук. Это голос был самым максимальным темпом. Вот, Устоз, вам огромное спасибо. Если тот день было бы такой голос, все побежали бы. Что такое, что случилось? Это слов нет вам. Спасибо, Тимур.